Всем привет, ребята! Меня зовут Агата. Я хотела вам давным-давно показать это существо, но у меня не было времени. А что же это? Это лизун такой. Он такой рыжий. Он очень прикольный. И еще он шел в такой коробочке. Он такой прикольный. Он не тянется, конечно. Сейчас я вам покажу. Он ни капельки не тянется. Тянется совсем чуть-чуть. Он такой жиденький. Вот. Слайм. Он рвется еще. Но его можно держать вот так в руках, и он не липнет. Вот ты уронил его куда-нибудь, он не липнет. Вот, например, к кровати, к стулу, например, к рюкзаку. И вот, я даже уронила, и он не испачкался. Почему он такой прикольный и мне нравится? Ну, я не знаю, потому что я люблю что-нибудь такое жиденькое, лизун. Мне всегда покупают лизуны, когда я хочу. Но мама часто. Папа очень почти всегда покупает их. Ну, вот у меня был, ну, летом лизун один. Он липкий был в коробочке для апельсина. Ребят, а вы видели хоть раз такого подобного лизуна? Лизуна. Шмяк, шмяк. Он мне нравится, и я его, когда уже устану, вот так положу в коробочку вот эту. Такая отрису потом. Вот так вот в коробочке вот так переливается. Не переливается, а шмякается. Ой, на кровать опять упал. Я не знаю почему, но он правда мне очень сильно нравится. Он очень интересный, забавная эта штучка. Ну, блин, он такой хороший. Ну, я, конечно, видела те лизуны, которые рвутся там, да? Ребят, а вы не забывайте подписываться на мой канал и ставьте лайк. Я этот лизун купила в одном магазине, но не помню в каком, если честно. В Пятерочке я его купила. За сколько? За 60 рублей. 66 рублей. Ну, недорогой, конечно, и прикольный. Пишите в комментариях, он вам нравится или не нравится. Он рвется. Я хотела его, когда я его купила, я его достала. Потом начала вот так тянуть, он не тянется вообще. А также подписывайтесь на меня в Инстаграме. Ссылочка будет в описании. Он еще так рвется, забавно. Аж что у меня руки вон какие стоят грязные. Он очень прикольный. Я не знаю почему. Если хотите узнать, сколько мне лет, мне вчера исполнилось 8. Ровно 8. Я уже перешла во второй класс. Если вы не знаете, подписывайтесь на мой канал. С вами была я, Агата. Всем пока!